Ребята, всем привет! Мы продолжаем наш экскурс по городам Калининградской области. В этот раз мы отъехали подальше от побережья. И первый наш город, который мы сегодня посмотрим, это город Гвардейск, который находится буквально там в 35, да, наверное, да, километров. 40 километров. Бывший немецкий город Тебяу, основанный где-то на рубеже 12-13 века. Вот мы сейчас находимся на центральной площади этого города. Площадь Победы? Площадь Победы. Которая сейчас называется, не знаем, как раньше называлась, но... Вот, судя по этому, сохранили, наверное, да. Часть площади вот именно осталась от тех немецких времен. Здесь так называемая кирха. Ну, сейчас она, видимо, служит все-таки православным храмом, судя по кресту. Ну да. Да, ну а по архитектуре кирха. Ну и вокруг тоже такая смешанная архитектура, старые немецкие дома. Это уже напоминает что-то такое советское. Да. Красиво, ждем, фонтанчик. Ждем подписчиков. Да, обещали нам подойти подписчики, показать город. Это гораздо интереснее, когда, как сказать, хозяева представляет свой город. Ну, мы немножко тоже почитали, немножко в курсе. Ребят, ну вот наши зрители подошли. Алексей подошел. Привет. И Анастасия, супружеская пара. Проживаете, да, уже, да, давно здесь, с самого начала? Я живу ну, в районе здесь с самого рождения. А жена вот она родом с Литвы, но в детстве переехала в Калининградскую область. Понятно. В принципе, ну, да, мы местные. Алексей, вкратце, что за, как бы сказать, монумент? Что здесь интересного находится на площади? Помимо вот кирхи, какого века это постройки? Она вот, именно вот этот комплекс, вот этот, построен в 1794 году. Угу. До этого была деревянная, несколько раз вот она возводилась, строилась. Догорела. Потом все-таки, когда уже второй раз сгорела, построили каменную. И вот с тех пор вот она кирха была католическая. Потом в советские времена, естественно, она использовалась как склад, магазин, ну, то есть была заброшена. И уже в конце 80-х ее опять возвели, и она опять стала, ну, православным храмом. Да. Да. Эта стела, подойдем поближе, да, в честь четырех войн, которые проходили в окрестностях Тепяу. Самое интересное, что и во всех этих войнах принимал участие российские войска, ну, русские ранее, то есть царские. Это Семилетняя война, русско-прусско-французская война, Первая мировая, ну и Вторая мировая война. И вот в честь них возведена эта стелла. Это вот центральная площадь города. Что тут еще раз? Вот это вот здание почты. Оно и сейчас служит почтой, и во времена немца тоже была почта. Вот это здание немецкое, возведенное, вот это зеленое. Салатовое такое, сейчас, да, это дом офицеров. Угу. А ранее оно было... гостиница «Черный орел», вот, довольно известная с немецкой. Одна из центральных, наверное, раз центральная площадь. Да. Одна из площадей, вообще раньше это называлось рыночная площадь. Сейчас она площадь Победы, раньше называлась рыночная площадь. И здесь по выходным проходили, ну, ярмарки, торговли, так называемые. Я видел просто в Германии, в свое время жил, представляешь, что такое. Со всех окрестностей приезжали жители, там фермеры, и свою продукцию продавали здесь. И еще вот вопросик такой вот, мы обратили внимание, часы там брусчаточкой, это та самая, как бы, осталась с тех времен, или это на самом деле новодел, это уже новодел, ну, примерно новодел, ему лет 10 где-то. Брусчатка историческая, но она с других мест снята, но вообще... Ну, это... сделано интересно. Да, но раньше здесь парк еще там лет 10 назад, он немного иначе выглядел. То есть здесь был парк, ну, площадь иначе, здесь был парк такой, аллея такая, высокие деревья росли, а там была просто площадь. Ребят, вот мы зашли, называется Кошкин двор, в Зеленоградске мы побывали, тоже видели. Там Кошкин дом называется, по-моему, что-то как-то так. Здесь тоже вот... А это Кошкин двор. Ага, тоже вот раз. Ящичек даже есть на корм. Да, спонсорская помощь. Ну и это получается, как сказать, дворик в стиле... немецких, довоенных времен. Да, довоенный, да. Обычно такой типичный вот двор. Такой, как двор-колодец по площади. Угу. Интересно. Можно пройтись к набережной прямо отсюда. Там недалеко набережная получается. Да? Река Приголе тоже, да? Река? Как в Ленинграде. Так, здесь не Приголе, здесь река Дейка течет. А Приголе дальше? Приголе чуть дальше, вторая река. Ага. И они образуют стрелку.
А, ну то есть как бы устье получается, да, реки. Ну вот, а, давай вот так запечатлим. Алексей, можно, да, по судоходность реки-то все-таки? Ну, судоходность здесь не сказать, что прям интенсивная такая сильная, но баржи, катера ходят, туристические катера, можно, допустим, тут недалеко поселок Здамец, можно в него сплавать. А раньше прям баржи до Черняховска? Да, баржи ходили здесь, ходили, чистили такие специальные, ну, я не знаю, как реку очищали дно. Дно углубляющее, очищающее, эти специальные земснаряды, короче, говоря. Сейчас вот видно, что заиливается уже. Ну да. Особо тут не особо чистая. А ну, так, да, вполне ходит здесь. Судя по всему, рыбка водится. Да, планируют в будущем, как в нашей прессе пишут местные, что планируют в будущем пустить типа что-то речного трамвая, чтобы до Калининграда можно было сплавать туристам обратно. Сколько до Калининграда примерно по воде? Также, наверное, где-то по дороге километров 30-35, наверное, ну, примерно и здесь также. Ребят, вот с набережной открывается вот такой вид на интересный замок. Алексей, что за замок такой? Замок этот Топиау Тевтонского ордена. Он первый, он был построен в 1265 году, если это точно скажу. Ну, 13-14 век. Он, естественно, перестраивался несколько раз. И вот последний, вот возведен сейчас. Еще там 2-3 года назад здесь была исправительная колония, то есть сюда нельзя было никак подойти. И те, кто этот замок видел, было не так много. Ну, стены остались еще вот такие, да? Эти? Да, это хозпостройки, их сейчас убирают. И буду здесь уже строить туристический объект, можно так сказать. Ребят, вот еще на набережной находится интересный домик. Ну, видно, что восстановленный относительно недавно, да? Это у нас домик художника. Дом-музей Льюиса Корринта, ну, уроженца Топиау. Он здесь родился, рос, вырос тут. Его семьи были владения, вот эти вот все земли, это принадлежали ему. То есть он достаточно обеспеченным таким, достаточно обеспеченной семье. Потом он, когда уже вырос, прославился, переехал уже в Германию. Во время... Когда пришли нацисты к власти, социал-националистическая партия Германии, его запретили, он был в опале. И потом уже, когда после Второй мировой войны, уже когда все нацисты отошли от власти, он опять стал знаменитым, и довольно вот в таких известных музеях Европы его картины выставляются. Ну, у нас, к сожалению, нет возможности пока вот сходить в музей. Просто вкратце, что мы там можем посмотреть, что там представлено? Ну, там представлены его работы, жизнь, фотографии, быт восстановлен примерно вот как... Как проживал Да. Исторические какие-то вещи. Ну, такой типичный дом-музей. Тоже вот идем, такой это переулок, да, Банковский, тоже сплошняком немецкие дома, ну, которые, как бы, наверное, хотелось бы, чтобы их отреставрировали. Вот Алексей говорит, есть какой-то проект, да, по восстановлению, соответственно, превращение этой улицы в пешеходный местный Арбат сделать. Есть задумка. Чисто так в реке сделал, более такой цивилизованный туристов. Местный житель, вот он здесь проживает, Александр Брага, вот такие вот собирает скульптуры с металлолома. Ну, больше автомобильный двигатель, велосипедный, мотоциклетный. И вот из всего этого хлама вот он собирает такие вот скульптуры. Тут даже Брага металл есть, это как бы его. Местные прозвали фигуры трансформерами. Трансформер. А там, по-моему, даже было написано то ли сквер, там трансформер или как-то там что-то было, да, я видел. А выше там скрипач, вверх наверху. Там это ходит. А, еще даже вон маленький какой-то. Есть, да? А тут со всего мусора собирает такие довольно. Скрипач прикольный получился.
Ну это груша, дичь. А, ну да, вот груша, да, кстати. Яблоня, груша. Очень много. Груша. Калыча, груша, яблочко. Да. Никто на них внимания не обращает. Сады, да. Не так в Сибири там. Во дворе живем, вот в Калининграде, там соло лучи, она такая. Не воспринимайте ее, да, сорная, да. Так, ну что, мы, получается, по улице Ленина идем сейчас. Вот здание администрации. Там чуть дальше я смотрю, Владимир Ильич Ленин. Его перенесли. Обязательный атрибут города. Да. Раньше он стоял на площади Победы, где мы были ранее. Ага. Мы его позже сюда перенесли. Поближе к администрации. Да, он стал не таким популярным. И перенесли его сюда. Но сносить не стали. Заметьте. Все-таки, не знаю, какой-то бессмертный, это, как сказать, персонаж. Будет жить. Ну, да. Ребят, ну вот тоже как бы наследие осталось с тех времен. Школа, пожалуйста. Общеобразовательная школа. Вот в таком интересном здании. Сейчас здесь, ну, видите, да, тоже идет ремонт. Ну, то есть сейчас неприглядно, а потом будет, наверное, очень даже приятно прогуляться по этой улочке. Да. Это улица Калининградская, да? Калининградская, это вот тут. На Калининград прям дорога идет, сразу на Калининград. Отсюда вот, в сторону на Калининград. Здесь местный стадиончик, да, у вас, да, получается? Да, здесь местная команда играет. Футбольная, да? Да, Олимпия Гвардейск. Чемпионатская область? В чемпионате области, да, участвует. Побеждал у меня как раз. Сюда как хороший стадиончик, недавно, видимо, делали, да? Делали, да. Ну да, года три назад. И дорожки мы через сейчас выполняют ограждение на нас. А, ну то есть можно даже пройти, показать, посмотреть. Вообще без проблем, конечно. Просто не все стадионы у нас в стране, к сожалению, открыты для просто обычного обывателя. Ну, вот тут можно свободно можно прийти, побегать здесь, то есть никто не закрывает. Тут очень часто по утрам, по вечерам люди бегают. Люди вон сейчас бегают, да, видно. Ну да, приятно. Небольшой стадиончик, но да, это самое. О зрителях позаботились. Навес есть от осадков. Угу. Ну да. Приятное место. В чемпионате область, газон натуральный. Да, Зенит, когда кубок УЕФА выиграл, сюда это кубок привозили. Привозили, а кто-то уроженец был или просто? Обычно же как, нет, кубки типа привозят кто откуда родом, кто-то, там, да, у, да, хоккеистов, по крайней мере, такая привозили тема. Привозили вот сюда его. Ага, вот, ну, интересно. Местный... А так, слушай, Алексей, знаменитые, так сказать, действующие личности отсюда есть ли? Именно с Гвардейска? Да. Ну, вот с Гвардейска я даже не скажу. А-а-а. С Калининграда? С Калининграда там. Ну, с Калининграда там тоже не сказать, что прям много. Там кто у нас самый такой известный? Газманов. Леша, а вот мы, кстати, вчера, да, это про песню-то этот. Смотрели картинку «Закат», да, и вспомнили песню, вот эту «Балтийский берег», да, «Рыжая заря». Мы такие думаем, откуда же? Ну, понятно, что с Балтийского побережья, может быть, там, не знаю, там, в Латвии родился там. Нет, он родился в Калининграде. Нет, родился, по-моему, не в Калининграде. Балтийский, по-моему. Нет, нет, где-то он родился в России. Ну, ну, песня была там, не зря прошел там три границы, что-то там. Это, мы сразу поняли, что как бы явно Калининградская область. Дача на Курской косе. А-а-а. Хорошо, устроился. На полфлоте моряком был. И потом деятельность, когда он мечтал, вот вы наверняка видели, гостиница «Калининград» такая. Ага. Вот она в центре города находится. И там ресторан снизу. И вот он начинал там в ресторане. Ясно. Вот мы подошли, ребята, к домику. Здесь Александр Твардовский. Победу встретил Александр Твардовский. Написал свою последнюю главу Василия Теркина именно вот в этом здании. Тут мемориальная табличка есть. Угу. Ну, вот так вот. Здесь встретил победу этот человек. Сейчас просто жилое. Дом. Жилой дом, то есть просто жилой подъезд, дом. Заходим, да? Да? Ага. Ну вот, понятно. Вот такой вот. Ну где-то, наверное, тоже комнатку снимал, наверное, здесь, да? Ну наверняка, да. Явно уж не его квартира. Да. Ну, все равно был достаточно известным человеком. Пойдем. А ну тут вон даже какие-то, может, фотографии, что-то, может, связано. Но темно, к сожалению, не видно. Так, ну мы снова возвращаемся, получается, к ратуше, да? Да. Сейчас будет что? Как это правильно-то назвать? Это называется музыкальное представление, часовое музыкальное представление. Я не знаю, кто как называет. Вот сейчас в 10 часов. Вот ратуша, да, слева. И там вот часы. Ратуша – это начало 20 века постройка. Здесь оно используется как городская администрация, это ТПАО. Потом
уже в советское время ее отдали под Дом пионеров. И, в принципе, сейчас так она используется, как бы. Детский да. Центр, да? Да, детский центр. Ну и вот те самые часы, да? Начинается. Ну, сейчас посмотрим, осталось-то немного. Ребята выступили, поклонились. А это механизмы уже какие-то новые или что-то осталось? Да, нет, это новые механизмы. Полностью новые, да? Но взяли, я так понимаю, как бы несколько городов европейских старых, да? Нет, это такая тема была. Было на этом здании. Нет. Здесь просто часы были. Может, что-то и было в начале века, вот когда построили, но я не застал. То есть все советское, 90-е годы. Ворота закрылись. Часы неработающие висели. И вот лет 10 назад отремонтировали. Все восстановили и решили еще добавить такую, да? Тему. Вот, ребят, мы решили все-таки сходить на экскурсию, стоимость 500 рублей. Замок, еще как раз его называют? Замок Топиал. Один из сохранившихся замков на Калининградской области. В январе 1945 года советские войска взяли город Топиал. Комплекс не пострадал, и уже в апреле 45-го на его территории разместилось СИЗО, следственный изолятор, в который помещали офицеров и генералов немецкой армии. В 1946 году на территории комплекса был организован детский трудовой лагерь для детей немецкой национальности. В 1947-1948 году этих детей наряду с местными жителями эшелонами отправили в Германию. Еще какое-то время детским трудовым лагерем учреждение оставалось, но впоследствии стало меняться. То женская колония, то детская колония, то мужская колония, то штрафной изолятор для военнослужащих, то пересыльная тюрьма. И такая каша продолжалась до 1960 года. Пакет достался нам по наследству. Создан он руками осужденных, но для персонала. На этом макете отрабатывались различные ситуации. Пожары, стихийные бедствия, ну и, конечно же, побеги. Глядя на этот макет, вы можете оценить, насколько плотно была застроена территория колонии. Все здания, относящиеся к советской эпохе, на данный момент демонтировали. И практически весь строительный мусор вывезли. Что осталось?
скелет вот этого огромного цеха. Впоследствии планируют из него сделать огромную площадку для различных выставок, ну, то есть такой выставочный павильон. Котельная, здание штрафного изолятора, в котором мы с вами находимся, флигель замка, несколько зданий перед флигелем и административное здание, а все остальное уже демонтировано. Подвал, напротив которого мы с вами стоим, примечателен тем, что в нем емкости из красного кирпича. По форме напоминают бассейны. Появились эти емкости еще при немцах. Как думаете, для чего немцам бассейны в подвалах? Пиво варить что? Нет. Еще варианты? Хорошая мысль, но неверно. Немцы использовали эти бассейны для квашения капусты. Они большие любители квашеной капусты, и не зря. Ведь если капусточку кушать, то тогда не страшна цинга. Наши менять ничего не стали, в этих бассейнах продолжили квасить капусту. И квасили ее в таком количестве, что капусты хватало на все колонии, находящиеся на территории Калининградской области. Следующий подвальчик маленький, вот слева вход в него. Примечателен тем, что в том подвале по центру прекрасная шестигранная колонна, очень красивая. Такой колонны вы не увидите больше ни в каких помещениях замкового комплекса Топиал. А в углу частично сохранилась печь, при помощи которой отапливались покои замка. Технология такая. Первый ярус топлива, второй ярус толстая металлическая решетка, на ней камни. Топят до тех пор, пока камни не нагреются. Камни нагрелись, дымоход закрыли, открыли другую створочку, и по полостям в стенах теплый воздух от камней поднимался в покои. Внутренний дворик центральной части замка сейчас также закрыт на реставрацию. Вы видите, фундамент юго-восточного флигеля накрыли пленкой. Впоследствии пленку заменят на стекло, и будет у нас музей археологии под открытым небом. Северо-западный флигель замка. Стена, которая смотрит во внутренний дворик. Первый этаж. В средневековье помещение использовали под хознужды, и находилась кухня. На втором этаже у рыцарей были покои и трапезные. Третий этаж был самым сухим, и его использовали для хранения зерна. Зерно хранили в таком количестве, чтобы его хватало как минимум на год осады. По центру видите интересную деревянную конструкцию. У меня к вам вопрос. Как думаете, что это? Туалет. Нет. Это типа мельница или что-то? Нет, сауна. Не мельница. И не сауна. Хорошо. Зерно на третьем этаже. Вип-палата какая-то. Вип-зона. Это грузовой лифт. Очень простой механизм. Лебедка, трус и платформа. На платформу мешки кто-то сверху крутит, таким образом груз поднимали наверх. Прекрасно сохранился по той причине, что простыми механизмами удобно пользоваться в любые времена. Поэтому за лифтом ухаживали, и в тот период, когда здесь была колония, им пользовались. Если касаться истории колонии, то на первом этаже во флигеле замка как были помещения под хознужды и кухня, так и остались. Второй этаж был отведен под столовую для осужденных и санузел, а третий этаж и мансарду использовали как общежитие. В тюрьме отбывают наказания в камерах, а в колонии что-то наподобие общежитий или казарм. Вот одно из таких общежитий находилось на третьем этаже и в мансарде. Первый этаж и второй построены в 14 веке, 1347-1359 год постройки. Многократно замок менялся, перестраивался, была внутренняя перепланировка. И делали это разные магистры под свой вкус и под свои нужды. Но кардинально флигель изменился после Первой мировой войны. Российские войска подошли к городу Топиау. Артиллерию разместили на опушке леса и начали массивный обстрел города. В результате обстрела сильно пострадал центр и пострадал флигель замка. Но у меня есть фотография, на которой вы увидите, как флигель выглядел. Зубчатые фронтоны по бокам, высокие арочные окна на втором этаже и совершенно другая крыша. Вот так здание пострадало. Полностью выгорела крыша и был разрушен третий этаж. Но мы с вами понимаем, что в период Первой мировой войны здесь уже действуют исправительные учреждения. Особых финансовых средств нет, но все же немецкое руководство приняло решение флигель замка сохранить. В итоге надстроили третий этаж, мы с вами это видим, да, невооруженным глазом. Кирпичи и кладка отличаются. В готическом стиле сделали крышу, и таковым мы это здание наблюдаем в нашей современности. Конечно же, вы обратили внимание на прекрасный ромбовидный рисунок второго этажа. Именно такой рисунок характерен для замков Тевтонского ордена. Да, если увидите,
больше на территории Калининградской области ромбовидный рисунок, уже сразу четко можете определить, что этот замок принадлежал Тевтонскому ордену. Важно отметить такую деталь. В XIV веке не было и не могло быть на первом этаже окон, подъездов и спусков в подвал. Все эти полости появились гораздо позже. И предполагают, что в XIX веке как раз тот период, когда флигель приспосабливали под нужды исправительного учреждения. И у меня сейчас к вам вопрос очередной. И таких вопросов будет много. Есть ли у вас желание спуститься в средневековый подвал? Да. Пойдемте. Последняя ступенька очень высокая. Будьте аккуратны. Штукатурку сняли, шлифовали. Пришлось шлифовать, чтобы он был таким. Да, да, да. Была штукатурка. Причем интересно, что еще немцы оштукатурили. Ну понятно. Да? Этот подвал уже отреставрировали, отшлифовали кирпичи, залили свежий бетонный пол. И в скором времени здесь появится какая-нибудь интересная выставка. Подвалы в средневековых замках, как правило, овеяны какими-нибудь ужасающими историями. И подвалы замка Топиава не исключение, ведь в одном из подвалов замка умер епископ Дитрифон Куба в 1474 году. Очень длинная история, а до конца экскурсии осталось буквально 10 минут, поэтому краткая версия. Между епископом и великим магистром Генрихом фон Рихтенбергом возник конфликт. Конфликт завершился тем, что великий магистр бросил епископа в подвал. В подвале было сооружено что-то наподобие распятия. К этому распятию несчастного епископа приковали, не давали ему ни воды, ни еды. Как вы понимаете, умирал он очень долго и мучительно. Куда смог дотянуться, обкусал свои плечи и предплечья. В итоге епископ умер. И разразился после его смерти дичайший скандал. Чтобы этот скандал как-то заглушить, епископу устроили пышные похороны. Но с тех пор, с 15 века, за замком Топиао закрепляется дурная слава, и его подвалы зачастую используют для содержания в них политзаключенных. Более того, здесь отмечается присутствие какого-то духа. Глубокой ночью слышат стоны, слышат гром цепей, слышат, как епископ обращает свои молитвы к Богу. Альбрехта была трапезная. Но когда пришла советская власть, для того, чтобы как-то посмеяться над немцами и унизить их, как думаете, что здесь организовали? Совершенно верно. Туалет. Все, что напоминало о туалете, на данный момент демонтировали, и помещение ждет реставрации. Находясь здесь внутри, вы можете найти подтверждение моих слов о том, что знамок многократно менялся и внутри, и снаружи. Смотрите на стену. Различные полости, очевидно, что в разные периоды они появились и в разные периоды их заложили. Настоящим чудом замка Топиао и его жемчужиной являются барельефы. Барельефы – это резьба по камню. Очевидно, что все барельефы в замке выполнены рукой искусного мастера. И, конечно же, барельефы имеют символику. Здесь изображен на этом макете форбург, это только предположение, не факт, что он выглядел именно так. Традиционно в средневековье замковые комплексы обносились рвами с водой, но замок Топиао занимает очень удачное место.
Приволя и Дейма. Это реки. И не спуск в подвал никаких полостей. То есть монолитная стена из полевого камня, практически неприступная. Смотровые башни по периметру 4. И очень интересные башенки, которые вынесены за стены замка и построены прямо над водой, носят название Данскер. Ну вот, ребят, подожди, вот у нас рыцарь появился в команде. Вот так. Повернись кругом, на что там. Во. Вот так вот. Есть такая возможность. Как это? Ощущение? Тяжеловато так. Как ощущение? Жесть, я представляю, мечом по ней попадает. Да, наверное, оглушить. Ну вот, наш экскурс по городу Гвардейску закончился. Огромное спасибо Алексею. Еще раз, да, руку пожму на камеру уже в этот раз. Спасибо, приезжайте. Да, спасибо огромное, Анастасия, да, что, ну, просто как бы здорово, наверное. Ну, у нас, понятно, Артем уже второй нас встречает, а тут город Гвардейск, еще вот одна встреча приятная. Так что, ребята, все приезжайте в Калининградскую область. Я думаю, всем понравится. Всем рады, да? Разочарованные уже отсюда, ну, никто не уезжал. Все, кто, да, принципе, конечно, кто... конечно. В Калининград ехал и ехали, если что-то посмотреть, они это видели. Да. Спасибо. Ладно, а мы едем дальше, как говорится.